На территории Хакасии прошли ежегодные тренировочные сборы спасателей МЧС России по отработке беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8. Цель занятий – подготовка к возможным спасательным операциям во время весенних сезонных рисков. Готовность к учению у спасателей стопроцентная. Несколько минут вертолет взлетает и зависает в 20 метрах над землей, и в это время спасатели спускаются. Без парашютов, контролируя скорость спуска только с помощью специального приспособления и собственных сил. Для такого нужна отличная физическая подготовка. Первыми свои навыки десантирования оттачивали спасатели из Тувы. В Хакасию из Тувы были направлены 10 спасателей, чтобы провести тренировку по беспарашютному спуску, поясняет начальник Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России РС Хиртек. В преддверии весеннего сезона отработка техники десантирования спасателей на местность для эвакуации людей, конечно, необходима. Такой способ эвакуации используется, если к пострадавшим нельзя приблизиться по земле во время паводков, лесных пожаров или, например, в тайге, если пострадал турист.